Гостям в форме многодетная мама Инга Чернышова давно привыкла. Сегодня в рейде вместе с дачной полицией инспектор по делам несовершеннолетних. Семья стоит на учете уже 2 года. Сегодня женщина трезвая, хотя обычно инспекторы застают ее в пьяном виде. Инга воспитывает 4 малолетних детей, которые в детский сад не ходят. Еще один 5-месячный малыш умер на прошлой неделе из-за воспаления легких. Причиной мог послужить невыносимый холод в доме. Из-за печки, потому что печки не было. Я с ребенка только родила, печки не было. Это постоянно учат. То, что типа холодно дома, это все. Такая картина даже для боевиков редкость. Теперь от Абаканской патрульной службы не спрячешься. Полицейские мчат на квадроциклах. Заберутся в любую гору, даже самые разбитые дороги и лужи не помеха. Здравствуйте. Дачная полиция. Номер сотовый вам сейчас напишу. Чтобы куда обращаться. Сейчас новый у нас. Эти 2 товарища сразу привлекли внимание полицейских. Явно нетрезвые, документов с собой нет, по базе данных прописаны в другом районе. Что делать на подсинских дачах и куда идут, толком объяснить не могут. Патрульные устраивают не только опрос, но и полный обыск. Вдруг у мужчин при себе оружие. Но даже несмотря на то, что на безработных друзей выписали протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, работу полиции они одобряют. Правосудие есть правосудие, начальство есть начальство. Это наши... Они нас кормят, они, чтобы не было беспорядка такого вообще, чтобы не было. Вот мы так это и живем, чтобы благодаря им, вот мы и ходим спокойно по улицам. Дачная полиция будет работать все лето, в том числе и в самых отдаленных от города массивах. Основная задача будет у нас соблюдение гражданами особого противопожарного режима на территории Республики Хакасия и города Абакана. И охрана общественного порядка, общественной безопасности дачных массивов. Режим работы полицейские в этот раз не сообщают, чтобы дачные воришки не смогли подстроить свой график под патрульную службу. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.